Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Информ-ТВ. Актер театра и кино Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет. Официальная причина его смерти пока что не названа. Мама артиста уточнила, что после тяжелой травмы он 2 дня находился в коме. По неофициальной версии, актера избили, когда он возвращался с работы в театре. Он скоропостижно скончался, и об этом сообщается на сайте «Электротеатр Станиславский», где он служил несколько лет. Цитата. «Произошло непоправимое. От нас ушел очень молодой, очень талантливый актер», говорится в сообщении театра. Отмечается, что Турутин присоединился к коллективу в 2020 году. Он играл в таких спектаклях, как «Служанки», «Пиноккио лес» и «Пиноккио театр». Также актер снимался и в кино, в таких картинах, как «Вертинский», «Дедомовка» и «Седьмая симфония». Он окончил актерский курс Института сценических искусств и мастерскую индивидуальной режиссуры. У актера была вся жизнь впереди и множество планов на реализацию.